Ну, и вторую игру мы играем неудачно, к сожалению, пускаем индивидуальные грубые ошибки, после чего, в общем, такой результат. Ну, надо как-то нам это все преодолеть, и, так сказать, играть на должном уровне. Ну, если мы, наверное, проспали сегодня это начало матча, или немножко так перепугались в начале игры, ну, молодцы, что во втором периоде ребята проявили, проявили характер и волю, забили, сравняли счет, а и в третьем периоде сумели еще выиграть, да, хотя по броскам проигрывали противника, но в конце, в общем, удержали. Молодцы, ребята, старались, всю игру боролись от начала до конца. Да. Команда напротив была высококлассная, скажем, хорошая очень команда. Лидер нашего хоккея, но молодцы, ребята, все сделали, все, готовимся дальше. Коллеги, студенты, для нас игру сегодня наших канадских легионеров? Ну, хотелось бы лучше, да. Продолжение вопроса не только сегодня, вот на этом отрезке, да, все матчи уже сыграли? Ну, у них, вы видите, как, в чем дело, у них появился Кинг, да, мы его поставили, пока мы ждем, терпим и смотрим, да, потому что он так с листа сразу к ним пришел в звено, там ему, у нас одно время играл Чесалин, очень хорошо не играл, потом играл Волошев, тоже было все нормально, да. Вот появился Кинг. Хотели сделать это звено, но пока нет. Поиски. Понятно. Я тебя, знаешь, тоже представить. Так, Светлана Игоревич, сегодня Малыхин имел очень много игрового времени. Там он в четвертом звене играл, и в первом с Поповым и Гринкиным. Там Глухов получил. Не играет у нас. Нет, ну так в протоколе, в случае с Лукояновым и Чибисовым, да? И вот он часто выходил с Поповым, там Глухов получил что-то, травму или уже в чем в большинстве. В большинстве всегда, да. С ними в большинстве играли. Да, да, ну вот гол в частности, когда все. Стадион Спорточка, у меня вопрос с Буэнтэнио. А, так как ходят слухи, что товарищ Войт Атанасью может прийти как автомобилист на КВНПАС, то есть можете его как-то прокомментировать? К нам вроде никто не должен переходить, я не понял даже честно. Андреас Атанасью. Это слухи, знаешь. Вопросов больше нет, спасибо. Все, доброго. Спасибо.